В числе тех, кто отважился нырнуть в ледяную воду, и мой коллега Антон Скаль. Он как раз сейчас находится на речном вокзале. Антон, здравствуй. Как ощущения? Много ли людей пришли на главную купель в краевой столице? Да, коллеги, здравствуйте. Прямо сейчас мы находимся на Оби, возле Иордании или купели. Каждый называет ему по-разному, кому как больше нравится. Буквально час назад сотни верующих отправились от Знаменского монастыря сюда, где уже произвели буквально минут 10 назад процесс освящения воды. И сейчас, я думаю, мы не будем исключением, мы тоже пойдем и окунемся. Головой, с головой! Окунайся с головой! Ощущения непередаваемые, это фу, холодно. Всем салют, ребята, слово вам, коллеги.